Друзья, сегодня я вам покажу, как включить перевод текста, чтобы он у вас был на камере вашего iPhone, который вы установили iOS 15. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Те пользователи, которые установили iOS 15, кого-то могу поздравить, кого-то нет. В принципе, она довольно-таки сырая, должна выйти 15.0.1. А потом уже будем смотреть, но по моему мнению это будет убивать устройство. Итак, друзья, чтобы включить данную функцию, нужно переходим в настройки, основные, язык и регион, и вот видим онлайн текст. Активируем онлайн текст, пишет: включая функцию онлайн текст, функция онлайн текст поддерживает следующие языки: английский, испанский, итальянский, кантонский, китайский, немецкий, португальский и французский. Включаем. То есть когда мы переходим в камеру, мы, наводя на какой-либо из этих перечисленных текстов, доступный для перевода, он вам переведется на русский язык. Как понимаете, это будет работать в камерах, в заметках, просто в онлайн, посещении каких-либо сайтов, даже фотографиях и так далее. Это все работает. Просто нужно включить эту функцию, и все будут в счастье. Будут еще какие-то вопросы, обращайтесь, всегда отвечу 24/7, всегда с вами. Дальше больше, скоро увидимся. On a striking night.